campionatul național de arm wrestling continuă, iar la el participă și cuplurile. Un exemplu este chiar lângă mine, este vorba despre familia Șcuratkov. Cum este să participați împreună la acest campionat? Ну, во-первых, это очень удобно, потому что мы вместе друг друга поддерживаем, вместе тренируемся, и это облегчает некоторые вопросы, которые помогают нам показывать наиболее лучший результат в этом виде спорта. Я с ним полностью согласна. Dumneavoastră recent ați adus pe lume un copil. Cum este să participi după acest moment? Нормально. Просто очень большой масштабный чемпионат, и не могли такое пропустить. И решили все-таки выступить. Мы занимаемся 3 года. Уже 3 года, да. Участвуем в разных соревнованиях, но данный чемпионат, это первый национальный чемпионат Молдавии. Очень масштабный, очень хорошо организованный. У нас появилась федерация армрестлинга наконец-то в Молдавии. У нас есть президент федерации, значит, Марчел Дария. И он организовал этот чемпионат, и мы готовились к нему усердно, и это пока что на нашем опыте это самый масштабный чемпионат, в котором мы принимали участие. Я вам благодарю и вам желаю много успехов в continuare. Dragi prieteni, alături de mine a fost un exemplu, un cuplu care participă împreună la acest campionat național de arm wrestling care se desfășoară în premieră în Republica Moldova. Nu plecați departe, urmează și alte lupte interesante. Rămâneți aproape de Moldova Sport.